Здравствуйте, это технический обзор от лаборатории ИОН, и с вами я, Михаил. Современный ритм жизни не позволяет нам сидеть на месте, и зачастую, чтобы преуспевать всегда и во всем, нам требуется мобильный помощник, который справляется с широким кругом задач. Сегодня на тесте недорогой, но мощный ноутбук HP Pavilion G6-2004ER. Модель обладает глянцевым корпусом, который соответствует современным веяниям в дизайне. Клавиатура у данного ноутбука островная, а это значит, что каждая клавиша расположена отдельно друг от друга, как бы на островке. Она короткоходная и довольно удобна в использовании. Также она эргономически просчитана. Покрытие на тачпаде удобное и рельефное, позволяет комфортно перемещаться по интернет-страницам или же по папкам на вашем компьютере. Также у данного тачпада есть интересная функция. При просмотре фильма есть возможность заблокировать тачпад. Довольно простым движением. Два раза нажимаете на верхний левый угол, и мы никак не можем взаимодействовать с компьютером. Нажимаем еще раз. Тачпад разблокирован. Диагональ дисплея 15,6 дюймов. Максимальная разрешающая способность этого дисплея 1366 на 768. Также дисплей обладает светодиодной подсветкой. На верхней части дисплея расположена веб-камера, разрешающая способность которой 640 на 480. За звук отвечают динамики от фирмы Altec Lansing, системой Dolby Digital, которая гарантирует качественное воспроизведение любых композиций. На правой грани расположен порт для зарядного устройства, индикатор состояния зарядки, стандартный разъем USB протокол 2.0, индикатор состояния жесткого диска и индикатор питания. Также справа расположен привод DVD-RV, способный записывать на двухслойные диски. На левой грани расположен разъем VGA, техническое отверстие для охлаждения системы, разъем HDMI, стандартный разъем LAN, два порта USB. Причем, что самое интересное, версия этих портов USB 3.0 гарантирует высокую скорость передачи данных. Разъем для микрофона, разъем для наушников и слот для карты памяти стандарт SD. Поговорим о железе. В ноутбуке установлен двухъядерный процессор Intel Core i5-2450M с тактовой частотой 2,5 ГГц. А благодаря технологии Turbo Boost при пиковых нагрузках частота увеличивается до 3,1 ГГц. За графику отвечает внешний графический адаптер. Это ATI Mobility Radeon HD7670M с 1 ГБ памяти стандарта DDR3. На максимальных настройках он вряд ли потянет современные игры, однако высокие настройки ему вполне по силам. Также ноутбук обладает жестким диском на 500 ГБ. Жесткий диск здесь на 500 ГБ. Что примечательно, благодаря встроенному акселерометру в случае падения ноутбук блокирует вращение шпинделей в жестком диске, и ваши данные останутся в целости и сохранности. Это довольно полезная функция, когда ноутбук используется в пути. Работает ноутбук на операционной системе Windows 7, версия домашняя базовая. Прекрасно подойдет для ежедневного использования и интернет-серфинга, однако отсутствуют такие приложения, как медиа-центр, и нет возможности запускать приложение в совместимом XP-режиме. Интересной особенностью этого ноутбука будет установленная программа Easy Magic Desktop, которая позволит вашим детям комфортно общаться с компьютером и познавать его основы. Также функция родительского контроля запретит ребенку выходить на нежелательные сайты. Также я бы хотел отметить заранее установленные программы от компании HP, фирменные утилиты, позволяющие комфортным образом работать с вашим ноутбуком. Среди других приложений я бы отметил Skype, пробная версия антивируса Norton Internet Security на 60 дней и пакет Microsoft Office. Изначально установлен Word и Excel с ограниченным функционалом и рекламой. Пару слов об аккумуляторе. Здесь он 6-секционный, литий-ионный. Время работы составляет до 3 часов, что довольно хороший показатель при таких технических характеристиках. Кстати, вес этого устройства 2,5 кг. Комплект поставки этого ноутбука довольно прост. Это блок питания, годовая подписка на HP Music Club и мировая гарантия, которая составляет 1 год. HP Pavilion G6-2004ER – недорогой ноутбук, отвечающий всем современным критериям. С вами была лаборатория ИОН. До скорой встречи в наших магазинах.